Ну что, вот. Все готово. Все загружено. Воблерочки, видите, уже сразу пойдут на проверку. В общем, все готово. Сейчас на воду спустим. Ну, сегодня день не считается, сегодня так, проверочка. Приехал поздно. Завтра уже будет с утра полноценный день. В общем, спускаем на воду аппарат. Что-то мы там тащим. Огромное. Ну что, ребят, с почином. Да? Вот он, первый судак. Судачело. Видите, работает. Воблер на 10 метрах по течению, бандит. Отрабатывает отлично вообще. Прям идет, чиркает по дну. Поэтому он работает, это уже показатель. Теперь будем посмотреть, как работает этот цвет. Флюоресцентный. Воблера, конечно, отрабатывают на славу. Прямо идут по одну, чиркают, все классно. Теперь осталось дождаться поклевки. Что-то я вышел аж уже на 6 метров. Ну вот поклевочка. А не, ребят, это судачок. Опа! Все, бойтесь. Вот снова флюоресцент, а вот он судак. Дын-дын-дын. Просто вот, блин, бананы. Бананы, что бы ни ставил, но зато флюрик работает. Флюоресцентный свет, я имею в виду. Так что такие дела, ребят. Ну что, процесс пошел? Да, начинаем, Вов, потихоньку. Как у тебя успехи? Маленькие. Ну что? Ну будут и большие. Водяному надо налить. Вот он, красавец. Сейчас посмотрим его работу. Вот он, кончик, все работает. Самое главное, он не выпрыгивает, не заваливается, идет, работает нормально. Судак на него клюет, но сейчас судак мелкий весь. Все жалуются, что плохо,
рыбы нету крупной, судак весь мелкий. Ну а как? В этом году селедка не зашла. Народу приезжает каждый раз очень много. Мелких не выпускают, хапают все подряд. А потом удивляются, что рыбы нет, что их оштрафовали, что ай-яй, плохие товарищи рыбинспекторы. И все в таком духе. Поэтому много факторов, очень много. Крупные есть, но пока вот найти его выхода, время за 3 дня так пока и не удалось. Опять же, тут еще погода давала жару. Вчера так вообще чуть ли не плавал в этой лодке. 2 раза воду сливал. А в остальном все классно и здорово. Красота. Не хочет он клевать на камеру. Злой. Злобный судачина. Ну, самое главное, конечно, что работает воблера. Работают. А это уже плюс. Значит, если будут работать, будут они ловить. Но они, в принципе, ловят. Конечно, не так, как многие бы хотели, что проход судак, проход судак. Так уже не бывает. Вот такие вот дела, ребят. Ну, разве не красотища? Смотрите, какое. Просто красота. Все пока работает. Но судачок только мелкий пока. Хотя, что мне жаловаться? Я час, всего час как вышел на воду и уже поймал судачков. Ну, пока все идет по плану. Ну вот. Ловит, работает флуоресцент. Видите, такой вот жерешонок. Судака хочется, очень хочется судака и побольше, крупного. А вот и судачело пожаловал. Вот такой вот. Видите, бьет под низ. В рот не берет. Так что вот так. Так что работает флуоресцентик. Работает. Недельку я откатался на Ахтубе. Вот. Погода, конечно, чуть-чуть расстраивала. Но в остальном было все здорово и классно. Вот. Перейдем к тому, что у нас работало. Работали бандиты. Десентные, то, что я пробовал. Значит, они все заглубляются хорошо. Вот. Работают на 8 метрах. Единственное, когда пойдут в серию, будут морские тройники и глазки другие. Рыбу они ловили. 2 штуки я подарил ребятам. Вот. Хорошо работал, конечно, цвет под натурала. Вот. Вот этот цвет хорошо работал. И был еще один с такой темной спинкой тоже. В общем, они все разловлены, я их все разловил. Поэтому будем запускать, посмотрим. Ловят они исправно, работают хорошо. Почему нет?
Я не говорю, что они будут лучше, чем бандиты, или хуже, или те же германы. Но я думаю, кому-то они тоже придутся по душе и будут ловить рыбу. Поэтому я считаю, что все получилось. Вот. Все воблера я окунул. Работают. А это самое главное. Если воблер работает, он будет ловить рыбу. Дальше уже все зависит от рыбака. Поэтому всем удачи на воде. А я буду паковаться уже к дому. Ну все. Всем пока. Картина масла. Низко пошел, видать, к дождю. Какой жирный!